участники Аматеор-лиги. Приглашаем вас принять участие в турнире по футзалу, который Аматеор-лига подготовила специально для вас. Игры в этом году будут проходить в манеже «Сфера», который находится поблизости рядом с метро «Профсоюзная». Начало турнира планируется 2 декабря, а дата окончания его 3 марта. Хотелось бы отдельно остановиться о том, как наш турнир будет освещаться. В освещении каждого матча у нас будет включен видеообзор, фотообзор, а также будет написано предпревью матча и будет вестись статистика. А каждый месяц лучшие игроки чемпионата будут получать призы от наших друзей и партнеров. Вот непосредственно красавец наш манеж. Здесь мы будем с вами зимой играть в футзал. Ну а вокруг такая интересная территория, в которой можно посидеть в кафешке, а также оставить свою машину на парковке. До фокус-сфера добраться довольно-таки легко. Ближайшее метро «Профсоюзное». Пешком идти от 7 до 10 минут. Все зависит от того, как вы ориентируетесь по городу Москве. Если же вы добираетесь на автомобиле, то непосредственно рядом с ФОКом есть бесплатная парковка.